В Кратово на улице Шевченко дорожники приступили к укладке асфальта. Сейчас работы находятся на начальном этапе. На данный момент ведутся работы по поднятию колодцев. Подготовительные работы мы уже завершили по укладке щебня. Полностью все подготовили. Вначале будет у нас первый слой асфальта, черновой, так сказать, подготовительный. А потом, выравнивающий, а потом уже, естественно, основной слой пойдет у нас. В мероприятиях задействовали большое количество людей и специальной техники. На объекте у нас находится 6 единиц техники. Катки, комбинированные, двухвальцовые у нас, грейдер, 12 человек, 12 рабочих. Все, естественно, в масках, в перчатках. Ремонт затронет не только улицу Шевченко, но и прилегающие к ней переулки. Их общая протяженность в составе 750 метров. Данная работа выполняется по программе развития дорожно-транспортного комплекса Московской области с привлечением субсидий из бюджета Московской области. Работы немножко были сдвинуты в связи с ситуацией в мире. Да? Вот. С 18 числа работы возобновились. Список улиц, которые будут отремонтированы, на этом не заканчивается. В поселке Кратово дорожники запланировали провести работы еще по трем адресам. Также в поселке Кратово, соответственно, у нас запланирован ремонт улиц. Вторая западная улица, улица Панфилова и улица Шоссейная. По словам директора МБУ Раменской автомобильной дороги Дмитрия Соколова, за 2020 год в Раменском городском округе планируют отремонтировать 81 объект, что составит около 60 километров дорожного полотна. Кроме субсидийных работ, будут выполнены работы за счет муниципальных средств. В данный момент ведутся работы по проведению аукционов. Соответственно, как только аукционы будут завершены, мы приступим к работам. Повторюсь, работы будут выполнены в срок до 30.09.2020 года. Егор Кабанов и Сергей Дружинин для программы «Городские вести».